Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзафон, который продлится с 6 по 13 июля. Но прежде чем начать, хочу сказать спасибо человеку с ником Гэнди. Точнее, с более непроизносимым ником. Он просто взял и подарил мне 8 миллионов кредитов в игре, купив у меня аукционные тачки. Спасибо тебе еще раз, ты пополнил мою коллекцию на 5 автомобилей. Ну а мы начинаем! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов, и называется оно мастер-класс. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать 5 идеальных техничных цепочек. Но засчитывается идеальная техничная цепочка после накопления 21 тысячи очков. Только не забывайте сбрасывать счетчик очков, потому что второй раз оно не засчитывается. За второе испытание можно получить 3 призовых игры, и называется оно «Самый деловитый залив». Для его выполнения вам потребуется найти любой список дел и успешно завершить его. За третье испытание можно получить 50 тысяч опыта, и называется оно «Наломали дров». Для его выполнения вам потребуется найти знак опасного у лесопилки. Ну а для выполнения испытания вам понадобится набрать 3 звезды. Честно признаюсь, у меня так и не получилось этого сделать. Могу только порекомендовать багги Ариэль с классом S2. Самое главное — это подобрать оптимальную траекторию для разгона и, перелетев здание, приземлиться на 4 колеса. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, и называется оно «Все выше и выше». Для его выполнения вам потребуется продемонстрировать идеальную технику «Воздух» 10 раз. Тут все просто, достаточно оторвать автомобиль на какое-то время от земли. Но главный приз за этот фарзафон — это Ford Mustang Boss 302 с бонусом на опыт. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий фарзафон, который стартует 13 июля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!